В ходе мероприятия обсуждены проблемы предпринимателей малого и среднего бизнеса, даны точные установки для решения ситуаций. Защита прав предпринимателей является у нас самым приоритетным направлением института Атамекен в целом, так как сам институт зарождался непосредственно только на этом отделе, вы помните, да, еще с 2013 года. Проблемы предпринимателей, которые частные вопросы их образуют систему как бы уже глобальности, в связи с чем не оставляет внимания на ждать, на реагирование, делать консолидированные резолюции. Стоит отметить, среди предпринимателей встречаются незаконопослушные граждане. К примеру, на сегодняшний день только в агропромышленном секторе выявлено 7 преступлений. В сфере игорного бизнеса ликвидировано 1 подпольное казино, 2 зала игровых терминалов и деятельность 1 онлайн-казино, по которым уже вынесены приговоры. Нашим департаментом, руководством агентства всегда ставится вопрос защиты предпринимателей, то есть соблюдение их законных прав. Защита предпринимателей – это, в первую очередь, соблюдение всех законов, установленных уголовно представленным законодательством и законодательством. То есть на стадии оперативной проверки это регламентировано законом оперативно-розыскной деятельности. Пресечена незаконная деятельность группы лиц, занимающихся выпиской фиктивных счет-фактур без оказания услуг и поставки товара. Изъято 9 печатей подконтрольных предприятий. Ущерб государству составил более 1 миллиарда тенге. Департаментом экономических расследований области ликвидирована международная финансовая пирамида LV-Force, организатор которой находится под стражей. В незаконный оборот вовлечено свыше 400 миллионов тенге и более 10 тысяч вкладчиков. Айгерим Бигенова, Жорсуну Мурзака, Меркой Шибаев, Кукшак Парад.